опять закрыто. Да я туда, честно говоря, не хочу, там темно и страшно. Идем дальше, идем дальше. Неплохое рабочее место было у нашего паренька. Хотя, конечно, без окон. По своему опыту знаю, если целый день работать в помещении без окон, начинает угнетать через некоторое время. Тихо. Сохранились. Не понеслась. Я так понял, что первый человек, который ты попадаешь, если ты тебя никто не заметил, умирает с первой пули. Давай, 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 падай. Хорошо. Так, там у нас никого. Еще один готов. Блин, еще есть. Подлечимся, что-то меня сшибает здоровье только так. Кого я обхожу? Я на месте стою. Вы что? Не маневрирую даже. Так. Минус один. Блин, я что-то все беспокоюсь, что оттуда меня кто-нибудь сейчас обойдет. А мин у меня, к сожалению, нет. Ну все, что ли? Музыка, по крайней мере, играет. Боевая. Ладно, давайте. Пойдем сюда. Это, видимо, спуск. Так, давайте возьмем дробовик, что ли. Что-то у меня с патронами напряженка. Есть кто? Неужели я всех демократизировал? Вроде как всех. А, ну понятно, да. О! Ой, тихо-тихо. Тебе то же самое. Ох! Блин, вовремя я спрятался. А ты успел, нет? Блин, у меня проблемы. Падай, падай, падай. Падай, скотина. Все хорошо. Так, надо отступать. Надо бы сюда попасть, конечно. Но сначала я убежусь, что тут никого больше нет. Ну, судя по тому, что в эфире радиомолчание, они таки успокоились. Так, вы что-то все с пистолетами-пулеметами, так что пора мне, похоже, сменить винтовку на пистолет-пулемет. Так, как мне сюда попасть? Я вообще, честно говоря, входа не вижу. А, вот дверь. Видимо, оттуда, через дверь, я и смогу попасть. А, что у нас там есть? Аптечка, гранаты, винтовки. Вот, винтовки мы возьмем. Еще аптечка, хорошо. Журнал Джигурды. Так, ладно. Ладно, ладно. Блин, тут этих журналов просто, я не знаю, куча. Так, подлечимся. Сейчас нам все равно еще аптечку дадут. Броня. Броня — это хорошо. После брони мы сохранимся. Так, тут стекла, я так понимаю, пуль непробиваемая. Это хорошо. Еще броня. Аптечка. Аптечка. Сломанный монитор. Мина. Мина. Еще пистолет, но я не возьму. Ни одного хватает. А, так, патроны.
Дробовик у нас, похоже, полный. А вместо пистолета-пулемета мы возьмем винтовку. Хорошо. Так, что это такое? Да, отлично. Мистер Мэйпс, как слышно? Мистер Мэйпс! Где этот идиот? Черт с ним, придется разбираться сами. Ладно, найди и перезагрузи сервер. Толстячок у нас сквозанул куда-то, похоже. Ну да ладно, мне он все равно не нравился. Мутный какой-то типок. Блин, кто-то в дверь звонит, извините, секунду. Фу, продолжаем. К нам заходила милиция. У нас наверху там опять кто-то кого-то бил сильно ногами, похоже. Спрашивали. Ничего не слышали. Но у нас звукоизоляция хорошая. У нас подъезд такой, что тут постоянно кого-то бьют, кого-то обворовывают. Что ж поделаешь. Неблагополучный у нас район. Ах, как страшно жить. Так, идем дальше. Открыли мы эти ворота. Отключили охранную систему. Теперь, по идее, все ворота должны быть открыты, да? Сейчас посмотрим. Так. Где-то тут он был, по-моему. Или нет? Аптечку, по крайней мере, я тут не брал. А, но я ее сейчас не могу взять. Видимо, просто я ее не смог взять. Уже не помню, честно говоря. Так, ну и где он? Ищем? Кого ищем? Кого вы там ищете? А, вон он тут. Хорошо, сейчас мы вас встретим. Ловите, ребят. Ловите. Ложись. Хорошо. Так, еще есть. Ну, это было неплохо, по-моему. Мне понравилось. Вроде никого. Блин, качественно. Так, ладно. Взять ли мне аптечку? Чё я за 5%? Ох, как вас тут накидало, да? Вон даже башка у кого-то отвалилась. Сама по себе. Блин, ты чё футболируешь-то? Тихо, блин, тихо, 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 ребят, не надо нам такого. По-моему, все неплохо обошлось. Только никого не убил. Ой, граната, ой-ой-ой-ой. Да, надо будет вернуться за аптечкой. Ничего не вижу. Так, это, по-моему, уже лишним было. Ну ладно, подстраховаться не помешает. Так, используем аптечку, вернемся назад. Бегом, бегом, бегом. Давай, 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 бегом. Хорошо, хорошо, когда есть куда отступать. И есть зачем возвращаться. Оставляем после себя горы трупов. Так, что мне сюда? Там я, по-моему, был. Так что, скорее всего, сюда. Здесь меня, видимо, еще не было. Серверная, так я понимаю, судя по рядам компьютеров, это действительно так. Так, сохранимся. Что у нас за этой дверкой? Ничего, на всякий пожарный.
Да, мы идем к серверу. Больше тут делать нечего. Активировать. Вижу, ты перезагрузил сервер. Молодец. Загрузка завершится примерно через минуту. Так, ничего ждать, что ли? Найти пропавших бойцов Дельты. А, ну да, сюда же спецназеры высаживались. Наступаем! Да вы, блин, запарить. По-моему, еще один был. Так, надо выходить с такого расстояния. Я никого не побежу из дробовика. Хотя у меня есть пистолет, но он достаточно мощный. Так, ну минус один. Минус два. Где там третий? Сейчас мы третьему пропишем. Все, кажись. Люблю пистолет, я вообще обожаю из пистолетов стрелять. Но в данной игре это, конечно, больше оружие поддержки, потому что с ним более не навоюешь. Хотя 18 патронов в обойме достаточно серьезно. Так, что у вас, пистолеты-пулеметы? Давайте возьмем. Что же, с винтовками-то не ходите? Так, ладно. У меня полный пистолет-пулемет, это хорошо. Мейпс был прав, система охраны действительно в отдельной сети. Картинку с камер я вижу, а войти в сеть не могу. Ну ладно. Старайся. Ох, блин, не нравятся мне эти большие открытые пространства. Ох, не нравится. Что у нас здесь? Опять горизонт событий. Блин, могли бы побольше журналов. Это скучно же. Три журнала читать. Джигурда, непонятный бородач и горизонт событий. Больше я тут журналов не видел. Разновидностей. Так, там у нас что-то темное и страшное. Видимо, нам туда. Здесь у нас светлое и не страшное, значит, нас сюда не пустят. Так, тут у нас вообще похоже фойе, вход какой-то. Или нет? Видеокамера. Опа-па. Так, что у нас здесь? Сдается мне, сейчас появятся опять эти нинди. Уж не знаю, как они называются. Ну, призраки, короче говоря. Бойцы-невидимки. Больно уж тихо. Так, броня нигде не лежит. Мне нужна броня. Но больше всего, конечно, мне нужны ускорители. Тихо. Что-то я проглядел, там, похоже, кто-то ходил. Ну да ладно. Ходил и ходил. Кровью набрызгал. Мне нужны ускорители. Кактус. О, новый журнал. Давайте почитаем. Эндрю Гриффин. Видимо, крутой чувак. Ну ладно. Что за застройка? Бахаре. Ты приближаешься к месту последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди Джин. Хорошо, сейчас возьму. Только сяду поудобней. В своем скрипучем кресле. Так. Аптечка, молоток. Молоток нам не нужен, у нас есть огнестрел. Правда? Конечно, видел. Она источник. Я только что засек сигнал Феттела. Он где-то впереди. Будь осторожен. Спасибо, Кэп. Я его только что видел. Меня создали из нее. И она меня родила. Нас разделили. Но мы едины. Ладно, ладно. Ты только не атакуй. Блин, фонарик, не подводи меня.
Тихо. Тихо, сидим, ждем. Еще аптечка. Ох, не к добру это. Опять не лезет. Ну ладно, сохранимся, запомним, что у нас здесь есть нужная вещь. Блин, да хватит ходить вокруг да около. Выйди и сразись как мужчина. Фу. Стекло. Нет стекла. Так. Ой, блин. Ой, я знаю, чем это кончится. Но это наверняка опять глюки какие-нибудь, да? Ну, я же говорю. Блять, надо валить отсюда. Я опять в этом... Тихо. Ну, блять, надо валить. Туда, наверх, наверх, наверх. Тихо. Блин, давай быстрее. А, там, кто там стоял? Она пленница. Она плавает во тьме. Будто младенец в утробе. Скоро я найду ее и освобожу. Хорошо, хорошо. Только меня хватит пугать уже, а. Меня заманали уже пугать. О, это того стоило. Иди сюда, дорогой. 145. Обалдеть. Птичка. Она мне не нужна. Блин, а что там? Мне бы лучше брони, чем аптечку. Что-то мне все это совсем не нравится. Совсем. Ну ладно, мы вроде выбираемся. Отлично. Лучше не придумаешь. Чё? Охереть. Да вы гоните, что ли? Испарилось нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. От чего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Потом где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Помой пол. Полное разжижение ткани. Полное разжижение. Так, тут нет моих маленьких радостей. Но это требует времени. Спецнайдер. Как с твоими братьями-то? Плохо поступили. Береги себя. Спасибо. Ты очень любезен. Лучше бы помог мне. Че я один хожу, как дурак. Так, я, видимо, сейчас спрыгну и кончится уровень. Да. Ну ладно, я думаю, это прекрасный момент завершить на сегодня наш забег. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Это очень сильно помогает и меня мотивирует. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих частях. С вами был Артур. Пока-пока-пока.